Левый пошел. Ждешь сразу туда. Да, и что? Не хочу, нет, это ожидаемо. Хочу, да, снизу апперкот прямо туда. Так прям, одной рукой. Так, падай прям. Вот ножки. Будут ноги узко стоять, не сможешь, да. Туда, прям вниз. Два туда. А что не пробил, а? Да, прямо. Посмотри, давай я тебе покажу, смотри. Смотри. Так. И здесь не встаю ничего. Уходи. Вот бью. За мной разворачивается, чтобы достать. Развернешь. Понимаешь? Все как раз, видишь, тут все и ждут, что посмотри. Вот ты когда уходишь, вот ты делаешь. Левой делай, подруг. Сонечка, ты опять мне вот это. Чуть, да, пошла. Вот. Все и ждут, что все, потеряли пройти, и ждут, что это будет сбоку, либо прямой через руку. И тут идет защита. А ты пробиваешь апперкот. О! Поняла? Прям не выпрямляясь, прям кулаком туда толкни. Побыстрее давай. Та-та-та. Вот, ну туда, бей, не стесняйся. Кулаком прям, давай. Начинаешь плечами и встаешь. Потому что у тебя плечо правое, смотри. Ты раз, оно же сзади. Здесь не ноги. Здесь ты начинаешь вращаться плечами, оно выходит, видишь, на линию фронтальную, и тут подтолкнуться ногами. Если ты начнешь вот это, так крутиться, все, ты потеряешь саму инерцию, у тебя левая рука уйдет. Пока твоя левая там, тебя не бьют. Понимаешь, почему и тут опять смена, вот что вот здесь смена плечей. То есть пока ты не забрала руку, ударила, и падаешь, ты выкидываешь первый удар и сразу делаешь движение вниз. У тебя сдвоенный удар получается, а не повторный. Так, и вниз. И тут вот эта смена произошла. Еще смена плечей, смена кулаков. Пока твой кулак там, тебя не бьют. Дальше, давай, плечами. Дальше туда, разворачивай плечо правое. Вот туда. Вот она ты, да. Understand? А дальше что можно? И левый сбоку. Зачем назад-то? Та-дан. Туда. Да. Поехала. Левый сбоку тут. Оп, где? Вот сюда, пошла. А где второй? Почему забрала опять руку? А? Страшно. Тренера ударить, правильно. Шагом! Все, ребят, снимаем тапки и на ковер. Тянемся, катаемся. Давай еще раз прямой, правый, пошла та же самая. Сзади. Не крутись, видишь, что здесь левый не крутится. Что здесь-то. У тебя все движение два раза всего, эта нога срабатывает. Раз, вот ты была, все, и здесь ты пробиваешь. Ты уже при вот этом движении, дай руку. Ты уже на средней дистанции. Ты уже под рукой. Противник возвращается, все равно не успевает здесь закрепоститься, сделать защиту руками. И на ударе на двойке, это встречная двойка, вправо под руку, он тоже не успевает ударить, потому что тебе надо шагать в ногу. Потому что твоя левая рука там. И вот здесь очень важный момент. Пока твоя левая там, он правой не отвечает. Да, он может ответить левой рукой, безусловно. Но опять-таки, при вот этом перевороте плечей, и был бы ответ справа, проще уходить, потому что правый длиннее, дольше идет, да? Здесь короткий удар идет, но опять, пока твоя левая там, тоже он не бьет. И здесь ты не забираешь руку, а переворачивая плечами, делая как уклон падения это. У тебя смена кулаков и голова твоя защищается. Плечо сразу встает. Раз, два, падаешь. Видишь, у меня нога вышла сама. И здесь то же самое, не по печени. А опять этот апперкот хочу. Остаться прямо на этой ноге. Посмотри еще раз. Извини. Нога туда. И здесь же очень удобно идет это. Давай, вот теперь отвечай мне быстро. Где группировка?
Ну почему ты опять мне локти расходишь с этими? Да. Удобно? Незаметно? Да. Попробовал. Чего не ударил? А, я правый ответил. Я хитрый. А все равно ты ушла. И подруг. Да. Вот, смотри. Так, там, прям, вот она ты. Во. Туда, упасть только надо плечики, давай. О, молодец, удобно. Не крути сейчас ногами, попробуй не крутить. Но посмотри, справа ты падая плечами, нога должна отпуститься, твоя была. Не крути ее. Посмотри, раз. Падаешь плечами, за тобой идет нога. А, дорогая, ты убираешь руку правую. Вперед и вниз падай. О, удобно? Да. Да. Побыстрее. Да, левая плеча. Нет, торопишься, бей. Закатываю правое плечо. Да. Во, не крути ноги. Останься прям, рукой удар, побыстрее получится. Очень хорошо, но правая рука уходит. Так, где группировка? Во! Вот она сделала, молодец. Где интересно. Фух. А что? Ну, концепция, да, проста. И неотвратимо. Во. В любом случае. А это как атака выдох. Вы напрягаете противника. Вы можете... Сонь, вот тоже иди сюда. Быстрее. Вот даже применимо к боевой ситуации. Как спрятать само это движение можно, да? То есть вы приучаете человека, что вы... Атака вызов. Кинули к руку. Танк отвечает тебе левый. Оп, ждет, да? Пробил. То есть само собой, что вы, спасибо, что вы это движение само прячете, вы приучаете противника какому-то, вы смотрите, во-первых, как он реагирует на это движение. И, ну да, основной момент здесь как раз заключается в том, что вы не забираете руку. Смена вот этих плечей, кулаков позволяет вам, что противник не бьет вас между ударами. Переворот плечей, смена кулаков. Кулаки идут, когда фронтально, все равно идут по диагонали. И в боевой стойке они идут по диагонали. И происходит, что на ударе они защищают вас. Ну, группировка, вот эти плечи, ну, для серийной работы, да, это можно использовать. Конечно, можно ударить и так, почему нет. Бам, бам. Тоже ударное действие, но это одиночные удары. Одиночный, сильный где-то, мощный, там, ногой, замах, ну их видно. А мы говорим о быстрых скоростных ударах, да, с выходом на какое-то акцентированное действие. И здесь динамика движения возникает, что вы не останавливаетесь. Раз, два, три, выход, то есть акцент на третье движение. Раз, два, три, акцент на третье, вы разгоняете свою массу. Вот такой интересный момент. И к тому же, когда вы уходите... Справа противник в любом случае ждет что? Снизу, сбоку движение, а тут между рук возникает. Вы ушли сюда, он также ожидает где-то снизу, сбоку, а тут апперкот. Как интересный вариант. Пробуйте, пользуйтесь.